Всем обзор тренажерного зала Олимп. Город НКБШ. Так. Гантели легкие тут. А, весы. Странные тут весы. Ну, по-моему, хорошие. Чуть-чуть я вешу. Колонка там. Тут несколько грифов. Трэп-гриф. Да, ой, здесь насечка кошмар. Прям без перчаток нельзя в нем. Так, еще сейчас любопытную деталь покажу. Т-гриф. С длинными ручками. Я так понимаю, это рассчитано на прокачку задних дельт. В принципе, умно придумано. Силовая рама. Лавки. Тут сейчас еще покажу остальное. Это жим ногами из расформированного спортзала «Жемчужина». Ну, однозначно это он. Кроссовер. Так-с. А, вот, да-да, тренажер для плеч. Немного странный какой-то. Вот он. Как его на видео показать-то? Вот так. Ладонь параллельно. Не пользовался, мне не нужна передняя дельта, никакая ее часть. Вот хаммер для груди. Собственно, ради этого и пришел я сюда, но что-то грудные... Качать на нем не очень умею. Поставил сиденье сегодня прям ниже-ниже, низко-низко. Ну, не знаю, что-то прокачал, не прокачал. Ну-ка, сейчас я прибавлю. Узким хватом однозначно трицепс качается, грудная там еле-еле. Не, ну так не видно вот. В общем, не знаю. Да научусь, чай не дебил. Так, гантели до 60 килограмм. Гантели ядреные. Скамья скута. Бабочка тут такая вот, необычный тренажер. Пикдек. Отличный тренажер для середины спины. С огромнейшим запасом. 120 килограмм. Причем они настоящие. Сведение-разведение ног. Вот тут есть. Так, чтобы по порядку-то идти. Брусья с торником. Это вот у нас что это такое? Французский жим горизонтальный. Непонятно, почему лавка не передвигается. Жим обычный. Жим наклонный. Регулируется. Вот. Какой-то станок. Не знаю, кто его проектировал. В общем, это разгибание ног. И разгибаются ноги. Не прямо, а куда-то в бок. Может быть, это анатомически так продумано. Ай, блин. Ай, тут везде капец. Короче, все к травме прям ведет. Ай, больно как. Да там какая-то острая деталь была. Обратно наклонный жим. Это сгибание также по странной траектории, какой-то там дуговой. Это сгибание ног сидя. Вот жим ногами. Он рассчитанный на большой вес, 4 штыря. Так, ну тут пояса есть. Лямок тут нету, лямки с собой таскать. Вот, вот и вообще прям подарок. Написано 120 килограмм. Как правило, это же не соответствует действительности никогда. Но тут я, в общем, поставил ну поняли, да, цифру 75. И, в общем, попытался повиснуть на турнике. И повис. То есть 75 примерно здесь килограмм. Ну, я имею в виду, что написано, то написано. Вот так. Где еще не был? Там вон девчонки делают экстензию, пресс.
Вход в зал сейчас по записи. Надо предварительно позвонить. Вот. Есть кондиционер с пультом. Ой, я так говорю, как будто это самое. В других городах-то это обычное явление же. Это у нас вот в диковинку. У нас 102 тысячи жителей всего. Вот. Так, что еще? Где я не прошел? Вроде везде прошел. Душевую похвалить не могу, там скользко. Ну что поделаешь. Так.